Знаменитый праздник «Петров день», ставший уже визитной карточкой Заинского района, прошел 12 июля в онлайн-формате. Все обошлось без пышного торжества на горе Кашкатау, без приезда гостей, которые едут специально посмотреть на «Петров день» в Заинске. Но в этом году все традиционные торжества проходят онлайн. Со своими сотрудниками районного дома культуры организовали наши фольклорные коллективы, и был снят 60-минутный фильм про «Петров день». Обычаи Петрова дня, то, что делалось ранее. Мы хотели все вот это вспомнить и совместить вот это в этом фильме. В съемках 60-минутного фильма приняли участие кряшинские фольклорные коллективы пяти сел Заинского района, которые показали на своих площадках народные песни, обряды, традиции, которыми так богат Петров день. Самое главное, артисты смогли передать колорит, дух, красоту народного праздника и смогли сохранить традицию. Да, было в новинку, слов нет. Слов нет в этом году уж нам, как бы все праздники в новинку так проводить. Но все равно тоже есть в этом своя изюминка, вот именно если мы до этого работали с зрителем напрямую, тут мы уже учимся передавать именно через экран, передавать свои эмоции и веселье, настроение нашим зрителям. Фильм транслировался 12 июля в Инстаграм Управления культуры Заинского муниципального района и собрал множество восторженных комментариев. Елена Маврина, Денис Ипатов, новости Татарстана.